И всем привет, меня Александр Навас. В данном видеоролике сегодня я играю в редактор Far Cry 5, это уничтожение добов номер 3. И сегодня я вот кратко скажу вам. И сейчас пока что я еще не сказал то, что я хочу сейчас сказать. В общем, смените видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И что же я хотел вам сказать, ребята, то что миссия довольно-таки маленькая. И в общем, погнали. Штурм. Так, тут у нас тачка какая-то. Так, тут я пока что еще ничего не проходил. Давайте им... Блин, здесь горелка, блин. Что за хрень? Ладно. Тут парень лежит. Пистолет. Твою мать. Это эти как их? Валим их, не жалея просто. Потому что это будет пипец сейчас. Все, они погнали на меня. Теперь их надо только валить. Просто их надо валить, просто это пипец. На. Тихо стоим. И сым. Все спокойно. Все под контролем. Тихо. Все спокойно, все нормально. Раз. Не попал. Твою мать. Тихо. Раз, два, три. Давай, 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 стреляй. Ты чё, кто в меня стреляет-то, блин? Алло. А, это вот чел. Блин, это випарь. Ладно. Давайте заново. Так, погнали. Так, пока что я все понял. В тачку я сесть не могу. Тут, короче, видео было. Ладно. Бежим, 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 бежим. Перезарядка. Так, сразу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Тихо, стоим. Да ёп. Давай, тихо, все, стоим, стоим, отходим немного. На, на, на. Видимо, он дал им команду какую-то. Тихо, патронов уже нету. Надо стрелять четко, чтобы убить их. Все, патроны закончились. Пипец. Раз, два. На. Как тебя убить-то, блин? Алло. Алло, блин, да что ж такое? Ладно, давайте еще раз. Я просто не понял, как это произошло. Давайте. И так. Давайте. Так. В тачку я сейчас не могу. У меня патроны. А, у меня патронов нет. Нифига нету. Берем пистолет, перезаряжаемся сейчас. Чем придумаю. Давайте. Так. Бежим сюда. Они пока что... Им не дали команду. Их можно убивать. Просто вот так вот спокойно подходить и мочить. Так. Все, им дали команду какую-то. Их можно прямо вот так вот валить. Так, двоих завалил, остались еще. Не знаю, сколько их вообще. Так. Главное не тратить патроны на просто так. Твою мать. Тише, тише, тише. Все четко. Так. Так, еще бегут. Он спавнит, что ли, или кто? Тихо. Раз. Завалил я его. Так. Босса завалил. Все. Берем пистолет.
Вот и все. Убил я тебя. Так. Нифига тут небоскреб, ребят. По-моему, это все. Я не знаю, что дальше будет. Так, нам надо вернуться к тачке. Но я пока что не хочу. Патронов у меня вообще что-то нету. Видите? Патронов вообще нету. У меня есть бронебойные электронные. Дополнительные нет. Бронебойные есть, да. Мы можем еще бронебойными хреначить их. Так, здесь пока что патроны есть. Бронебойные? Здесь у меня есть такие. А, здесь тоже бронебойные есть. То есть, как бы, если подумать, патроны здесь достаточно таки есть. Так, окей. И что, можно добежать прямо до этих домов? Или что? Охренеть. Небоскребы, смотрите, какие. И там, смотри, дальше дома идет. Просто охренеть. Тут город уже какой-то. Ладно. В следующем видеоролике я обязательно туда схожу. Но пока что давайте я вернусь. И все. Я уже вам говорю, миссия таки маленькая. Потому что самый прикол был в самом видеоролике, который в начале этой миссии. Ну да ладно, давайте. Так. Что, добежит? Очень хорошо сделана карта, потому что и тачка та же, которая Синер, мы на ней уехали из прошлой миссии, когда мы мочили 206 человек, мочили, мы уехали на этой тачке, и в общем, так, а где тачки? Пропали тачки, ну да ладно. Ну ладно. И всем спасибо за просмотр, с вами Александр Навасов, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов, пишите комментарии под видео, всем удачи и всем пока.